свою клюшку под этот бросок. Евгений Медведев это был. Может быть, и настанут те времена, когда Владимир Малиновских будет запросто разбираться с Евгением Медведевым, но будет это чуть позже. А пока открывает счет в этом матче казанский Акбарс усилиями, в частности, Александра Бурмистрова. Да, вот думаю я, про кого же забыл сказать и выделить по результатам вчерашнего поединка. Вот этот человек тут же о себе напоминает. Александр Бурмистров очень активно играл вчера и уже результативно сегодня. Бросок в ближнюю девятку. Совсем один у нас остался Ковоклуба. Вот именно он сейчас забрасывал шайбу в зону, где Обухов ее подхватывает. И точный выстрел Александра Осипова зажигает цифру 2 на табло. Смотрите-ка, мастерами забрасывать в раздевалку становятся казанцы. В частности, Александр Осипов. Вчера за 14 секунд до конца второго периода отличился этот защитник. Сегодня за 18 секунд до конца первого. Хлестким получился этот бросок. Опять ничего сверх эстетского казанцы не выдумали. Просто сделали все как надо. Передача вдоль синей линии и бросок Осипов. Как показалось, чуть покороче смены казанской команды стали. А вот сейчас отличный момент у Даниса Зарипова. И забрасывает. Да еще как. От спины Константина Барулина направляет шайбу в ворота. Данис огорчил команду, которой верой и правдой столько лет служил. Ну, понятно, что это хоккейный, в общем, спортивный мир. И неизбежен здесь переход игроков. Показывают нам Сергея Мазякина. Смотрим. Или что? Или Сергей Мазякин в итоге забрасывает? Нет, партнеры-то поздравляют Даниса. Он посылает снаряд в сетку. 2-1. Ну, вернее, 1-2. И вот теперь... И вот теперь 2-2! Это же пятерка! Через каких-нибудь 15 секунд! Второй раз красный свет за воротами Барулина зажигает! Какой камбэк! 2-2! Ух! 44 минуты 20 секунд! Ну, будем говорить, 44 минуты! Не могли наши ребята ни одной шайбы сообразить. И тут менее чем за 20 секунд забрасывают дважды! Да! Не взять ли тайм-аут тренерскому штабу Акбарса? Похоже, так оно и происходит. 30-секундный брейк. Валерий Геннадьевич, вернее, как следует. И в итоге контратака. Бурмистров. И Бурмистров дубль, да. Вот подобный трюк Александр Бурмистров уже пытался исполнить во втором периоде, когда казанский Акбарс играл в меньшинстве. Убрал шайбу за спину. Вот посмотрите. Затем между щитков. И вот она уже перед ним. Тогда не получилось, а вот сейчас получилось блестяще. Купился Саш Печурский на этот финт. Купился на него и Евгений Тимкин. Нет, Евгений Бирюков, простите. И в итоге 3-2. Дубль Александра Бурмистрова. Казань снова выходит вперед. Бросок Потехина мимо. Малиновский сражается с Григорием Паниным. Потехин приходит на помощь. Впрочем, и Панин без поддержки Свитова не остается. Вылазит на пятачок. Ну, гол! 3-3! Антон Шенфельд! Веселый третий период. Ничего не скажешь. А тут знаете, какая ситуация? Ну, во-первых, послушаем, кто ассистент. Кто там в итоге доборолся? Богдан Потехин или Владимир Малиновский? Владимир Малиновский в итоге. Вот видите, на что купились казанцы? Почему они остановились? Налетел Малиновский на ворота. Не без помощи Панина, конечно, но это не важно, не в этом суть. И ворота чуть-чуть оказались не сдвинутыми. Вот смотрите.
Да. И вот Казань встала. Наверное, думая, что будет сдвиг ворот. Газионову передача. Выстрел от синей Терещенко. Выстрел неточный. Гол! 4-3. Впервые в этой встрече магнитогорский «Металлург» вперед выходит. А вот здесь уже вина Барулина есть. Дмитрия Казионова нам показывают. Честно говоря, если бы вот сейчас Дим не забросил, я бы его за такой бросок... Ага. Я бы его за такой бросок ни в коем случае не ругал, потому что бросал-то на самом деле Ярослав Хабаров. Бросал, но стал автором не гола, но голевой передачи. Все здорово здесь Казионов сделал. Вот смотрите еще раз. Подправление Дениса. И 4-3. Самый смак игры с шайбой. А этот смак на 90% шайбы. Илья Никулин. Да, не прошло и года. Как я говорил о том, что нельзя давать бросать этому защитнику от синей. О том, что весь мир знает, что это такое. Вот теперь и Александр Печурский знает не хуже других. Передача под синюю, замах и отличный, почти как всегда, отличный бросок Ильи Никулина. 4-4. А кто переводил на Никулина? Бурмистров? Еще раз смотрим. Повтор этого эпизода. Ну, не совсем понятно. Вот Хабаров. Поддерживают зрители свою команду. И Потехин, ну что? Удаление или булит? Одно из двух. Булит! Да! Богдан Потехин будет исполнять штрафной бросок с центра поля. Подъезжает Бурмистров выяснять отношения. Выяснять здесь нечего. 100% нарушение на Богдане. Великолепно в силовую борьбу провел 92-й номер магнитогорцев. И борьбу эту в итоге, по-моему, вот как раз Бурмистров на пару с Паниным и проиграли. Илья Никулин ведет разъяснительную беседу с судьями, показывает, как играли игроки его команды. Судьи говорят... Не верю по системе Станислав. Ровно 3 минуты до конца третьего периода. Поехали. Давайте я паузу выдержу. Бросок и гол! Богдан Потехин реализует булит! 5-4! Второй раз в этом матче магнитогорский «Металлург» выходит вперед. Да что ж это за период-то такой? 5-2 выигрывают магнитогорцы отдельно взятую 20-минутку. Ну, шикарно. Что сказать? Шикарно. Потехин разбирается. И не с кем-нибудь там.